Окей. Давайте еще раз поприветствуем друг друга. Всем привет, друзья. Начинаем наш сегодняшний утренний традиционный эфир. Понедельник, 9 утра по Москве. Доброе всем утро. Напишите в двух словах, чтобы мы немножко подняли активность в чате. Как у вас дела? Как у вас настроение? Как вам сегодня спалось? Из какого вы города, может быть, было бы замечательно узнать. Как у вас сегодня с погодой в Сочи? Помимо темных ночей, еще 14 градусов, 15 градусов с утра. У нас 15. Кайф. Супер, рад всех видеть. Рад всех видеть. Снег растаял. Это тоже плюс. Отлично, поехали. Сегодня наш утренний эфир будет состоять из двух блоков. Один блок дам я, в следующем блоке я приглашу своего коллегу. Мы сегодня решили поделить наш вебинар и рассказать о инструменте, который у нас появился уже в начале прошлого месяца. Поздравляю, кстати, всех с окончанием и с очень хорошим завершением прошлого месяца. Во многих командах, во многих структурах есть очень классные прорывы. Инструмент, который появился у нас в начале предыдущего месяца, который мы сейчас каждый день усовершенствуем, допиливаем, доделываем, делаем какие-то усовершенствования. Это тот инструмент, который вы могли уже видеть по кнопочке udes.school в своем личном кабинете. Единая обучающая платформа для партнеров Global Intellect Service. Вот таким образом выглядит кнопочка. Она есть в каждом личном кабинете, в личном кабинете партнеров, куда вы можете прямо сегодня зайти. И, нажав на эту кнопочку, вас переадресует на платформу, где запись, да, конечно, идет. Запись будет, я думаю, что да, вы можете без проблем к ней вернуться. Значит, вас сразу же адресует на платформу, где мы создали, трансформировали, соединили, скажем так, в одном рабочем инструменте те рабочие блоки, которые у нас работают очень хорошо. Есть разные, скажем так, не то, что есть, наверное, были, правильно сказать, разные элементы автоматизации для команд, для партнеров. Кому что больше нравилось, тот мог выбрать, с чем работать. Но мы решили это все дело, скажем так, синхронизировать и сделать что-то такое одно, упакованное, интересное, чтобы не было никакого раздрайва, чтобы вы спокойно могли зайти в свой бэк-офис, нажать на одну понятную кнопку, понятное сделать действие, чтобы был понятный для вас запланированный некий результат. Вот здесь голова освобождается, меньше мыслей, ну, больше дела и больше результата. Единая обучающая платформа для партнеров, она абсолютно бесплатна. Единственное условие – это ваша оплата абонентской платы. Ну, мы и так все ее оплачиваем, она у нас активная, и, соответственно, у нас эта кнопочка светится желтеньким цветом, мы можем переходить. Если у нас неактивная, значит, абонентская плата, мы не оплатили свою подписку, то, соответственно, кнопка неактивная вас никуда не адресует, и, ну, то есть просто на платформу вы попасть не можете. Вот, значит, такие условия, я думаю, что все о них знают и так далее. Давайте пробежимся по некоторым рабочим блокам. Я сегодня не буду включать демонстрацию экрана. Возможно, во второй части демонстрации экрана появится, но чтобы нам идти, скажем так, планомерно и пошагово, я думаю, что достаточно хватит слайдов, но после этого эфира я вас очень прошу, пожалуйста, зайдите к себе в бэк-офис, нажмите на кнопочку UDS School и, собственно, самостоятельно все поисследуйте, потому что поисследовать есть что. Личный кабинет внутри выглядит вот таким вот образом. Здесь есть различного рода информационные блоки. Сейчас мы их более детально обсудим. Не буду уходить в детали, не буду какие-то, знаете, наверное, раскрывать прям мелочи-мелочи, потому что в процессе работы настолько все интуитивно понятно, что все вот эти вот мелочи, они так или иначе, ну, как бы, придет полное понимание, как это работает. С чего стоит начать? Сделаю акценты на важные моменты. Справа есть кнопка «Профиль», вы на нее вот таким образом нажимаете. Смотрите, сегодня очень важный вебинар, где стоит следить за стрелочками и квадратиками. Вот куда показывает стрелочка, жмем на кнопочку «Профиль», и у нас открывается, значит, профиль пользователя. Выглядит он подобным образом. Здесь вам нужно проверить несколько важных данных. Это имя, видите, да, первая стрелочка, фамилия, ваша партнерская ссылка на регистрацию. Казалось бы, когда мы делали эту подпись, все понятно, что необходимо от пользователя. Но в техподдержку постоянно идут вопросы, а что такое партнерская ссылка на регистрацию? Коллеги, еще раз, партнерская ссылка на регистрацию – это скопированная ссылка из вашего бинарного дерева, слева или справа, туда, куда вы планируете поставить следующую регистрацию. К примеру, к
к примеру, у вас с одной стороны есть какой-то накопленный объем товарооборота или PV, а с другой стороны у вас нет ничего. И вот туда, куда нет ничего, скорее всего, что туда вы будете делать свою личную регистрацию. Вот там где-то вы понимаете, что под какими-то партнерами вам нужно скопировать кнопочку «плюсик», и туда у вас пойдет следующая регистрация. Если вы не понимаете, как это делать, пожалуйста, спросите у своего куратора, вам сразу же все объективно расскажут, что скопировать, как сделать и так далее. Потому что я понимаю, что есть ребята, которые вчера стали партнерами. Кстати, мы поздравляем всех новоприбывших ребят, которые вот буквально вчера, позавчера, на прошлой неделе стали партнерами. Ребят, вы красавцы, вы точно в лучшей компании с лучшим продуктом, 100%, и с лучшими людьми. Значит, далее, партнерская ссылка на регистрацию. Копируем. Здесь уже по вашему выбору. Вы можете копировать подписку на полгода или на год. У меня скопирована ссылка на подписку на полгода, и я ее сюда вставляю. Все, это очень просто. Дальше партнерская ссылка на подключение 7-дневной полной версии. Также в личном кабинете слева кнопочка лицензии. Вы там видите триал лицензия. Копируете ссылку, сюда вставляете. Больше никаких манипуляций делать вообще не нужно. Проставить две своих ссылки вот сюда вот с интегрированной. Партнерская ссылка на регистрацию, потому что мы не знаем, куда вы хотите регистрировать следующего партнера, в свою правую команду, в свою левую команду. Я позже объясню, для чего это. И далее, соответственно, вот здесь ниже ставим галочку «Получать email уведомление», «Активировать хантинг телефона» для того, чтобы можно было собирать данные у людей, которые пришли на те или иные инструменты в рамках там инфопакетов, вебинаров и так далее. В общем, активируем две нижние кнопочки, нажимаем «Сохранить». И ключевой важный момент справа, смотрите, я ввел красным квадратиком. Телеграм привязан к профилю. Видите? Вот здесь у вас, если вы зайдете, скорее всего, что ваш Телеграм не привязан к профилю на этой платформе. Вам нужно нажать там одну кнопочку, привязать ваш Телеграм к платформе, чтобы была полная интеграция. И чуть позже скажу, зачем. Чтобы информация к вам приходила в Телеграм, но зачем, в каком виде, я чуть подробнее раскрою. Значит, это очень важный момент. Вот с этого мы начинаем. Дальше я в своей части разберу несколько текущих блоков, инфопакеты, вебинары компании, кандидаты, чат поддержки и техническая поддержка. Значит, начнем с инфопакетов. Что мы делаем после эфира, когда вы на этой трансляции поприсутствовали? Идем сюда на платформу, нажимаем инфопакеты. Есть два вида инфопакетов. Первый – это по продукту, второй – это по бизнесу. Они постоянно дополняются. Сейчас у нас появилось порядка 7 новых инфопакетов и непосредственно по продукту, по разным нишам, по разным сферам бизнеса. Медицинское направление, еда, магазины, красота, автотематика – все это есть вот здесь, вы это сможете посмотреть. Как это все выглядит и как это все работает? У вас на каждый из инструментов есть своя реферальная ссылка. На лендинг, который ведет к информации о автотематике, ваша отдельная партнерская ссылка. На лендинг, который ведет на информацию, которая ведет на лендинг по там, не знаю, еде, у вас своя партнерская ссылка. И когда человек хочет посмотреть материал на этой странице, он указывает свои данные, и эти данные приходят к вам. Как выглядит в целом страница? Это примерно вот такой макет, не примерно, это вот я просто сделал скрин с того, что уже есть внутри платформы, информационный пакет. К примеру, вы с человеком провели переговоры. Что происходит потом? Мне очень понравилась после турецкого мероприятия фраза «облако пыли», я его тоже где-то услышал. У человека возникает в голове облако пыли, и он, возможно, идет искать что-то самостоятельно, с кем-то консультируется, с кем-то советуется, с людьми абсолютно, которые некомпетентны и так далее. То есть появляется какая-то история, которая его сбивает с правильного вектора изучения информации. Соответственно, информационный пакет, как он выглядит. Человек указывает свои данные, у него открывается такая страница, где есть кейс о том, как работает в целом сам продукт. Это мы сейчас смотрим про сферу красоты. Есть кейс какого-то салона красоты, есть конкретная презентация, значит, по платформе UDS. Есть несколько вот таких очень графично красивых, скажем так, PDF-документов, которые он может прямо отсюда скачать. Здесь же у него есть кнопка «Активировать триал-версию» на этой же странице. Если он на нее нажимает, триал-версия, ну, как бы подсасывается из вашего личного кабинета. Прикольно. Есть кнопочка «Перезвоните мне». Вам сразу же в Telegram приходит уведомление. Вот для этого нужно связать Telegram. В Telegram приходит уведомление, что какой-то человек посмотрел такую-то страницу, посмотрел на ней такое-то видео до такой-то минуты, скачал такой-то и такой-то документ, активировал триал-версию, еще и нажал кнопку «Перезвонить». То есть
вся информация о всей активности, которая проходит по вашей реферальной ссылке у конкретно этого пользователя, который сейчас открыл эту страницу, она приходит к вам в Telegram определенным отчетом, и вы это видите. Для вас сейчас это инструкция к действию. Когда нужно с ним связываться? Ну, не завтра однозначно, то есть надо связываться сегодня. Вы звоните, обсуждаете и так далее. То есть у нас был ряд таких случаев, когда я просто вижу, что у меня пришел определенный отчет от инфопакета, человек уже сам зарегистрировал триалку, уже сам все сделал, я просто звоню, чтобы ему помочь определиться с тарифом, и он оплачивает. То есть вот на самом деле вот такая история здесь должна быть. То есть вот это больше для такой работы после какой-то некой первичной информации или первичного зума, или какой-то, может быть, открытой встречи. То есть первый блок материала человек получил, вот это все для того, чтобы он уже в красивой упаковке увидел какую-то некую следующую сторону. Когда мы его направляем на материал, который ему нужно посмотреть, а не он сам где-то как слепой котенок начинает ориентироваться в непонятной информации и, возможно, наткнуться на то, что ему будет не полезно, скажем так. Идем дальше. Значит, здесь все понятно. Ребят, еще раз, самая основная история, то, чтобы вы сюда зашли, понажимали, потрогали, поняли, как это работает и так далее. Может быть, что-то не работает. Мы сейчас постоянно каждым инструментом ведем тесты, тогда я скажу, что с этим делать. Но все работает, я уверен. Значит, дальше следующий блок – вебинары компании. По аналогии с платформой Splay, многие там были зарегистрированы, я видел очень большую активность. Вы, там работали на живые эфиры, на записи эфиров и так далее. По этой же аналогии мы сделали блок, который называется «Вебинары компании». Здесь есть несколько вкладок. Это во вкладке «Ближайшие вебинары» будут появляться живые вебы, которые мы с топ-лидерами будем проводить, некие продающие презентации в живом формате, когда мы общаемся с участниками, можем отвечать на вопросы и так далее. То же самое, что презентация в зале, но презентация в онлайне. И здесь же будут сохраняться все записи прошедших эфиров, которые можно использовать как автовебинары. То есть, когда я человеку хочу дать, например, первичную информацию или где-то в соцсетях разместить ссылку, чтобы аудитория, заинтересовавшаяся моим каким-то прогревом через соцсети или моей какой-то подачей, написанной публикацией, зарегистрировались, я опять же увидел их контактные данные. Я, когда говорю я говорю про вас. Вы внутри своего кабинета рабочего вот здесь на платформе UDS School увидели его контактные данные и увидели, какой материал, до какого момента он просмотрел, на какую кнопку нажал, насколько он был вовлечен. То есть эта вся статистика приходит к вам в Telegram. Еще раз делаю акцент, поэтому важно вашу телегу привязать к профилю внутри платформы UDS School. Здесь точно так же ваша партнерская ссылка. Можете нажать кнопку «Обзор страницы», кнопка «Скачать промо» сейчас в разработке, она доделывается, и так далее. Здесь есть ряд каких-то актуальных эфиров мы оставили, но сейчас на постоянной основе мы будем, опять же, информация это будет в официальном канале UDS School Info. Я дам сейчас адрес, вы все увидите. Подпишитесь, будете следить, там будет вся информация по следующим анонсируемым живым эфирам. Здесь все понятно. Идем дальше. Следующая вкладочка очень важная. Она называется «Кандидаты». Стрелочки слева. Есть стрелочка «Вебинары бизнес», «Вебинары продукт», «Инфопакеты». И, соответственно, у нас есть три поля, куда у нас собираются заявки с разных инструментов. Например, «Вебинары бизнес». Вот здесь будут появляться те люди, которые зарегистрировались на вебинары компании, условно говоря, когда кто-то из там лидеров проводил эфир, и вот по вашей ссылке кто-то зарегался. Вы у себя здесь в своем личном кабинете будете видеть то есть номер, кандидат, телефон, что за автовебинар, то есть от какого автора, да, как бы кто был тем человеком, который давал, условно говоря, информацию. Участвовал человек, не участвовал, регистрация, не регистрация, все здесь будет в подробной вот такой раскладке. Чуть позднее, я думаю, что мы сюда допилим этот функционал, чтобы это была полноценная CRM-система, куда я могу вносить своего кандидата даже вручную и вести с ним некую воронку следующих касаний. То есть определенный такой календарь, где я могу сам для себя ставить напоминание, что мне Васе Петрову, который смотрел у меня информационный пакет какой-то на прошлой неделе, нужно позвонить завтра. Да? То есть вы это все можете ставить, и скорее всего, что мы по этому поводу тоже сделаем уведомление в телегу, которое будет прилетать и говорить: слушай, дружище, ты, конечно, хороший партнер, но вот у тебя есть человек, который, значит, смотрел материал, ему надо с ручником перезвонить. Вот это вообще очень важная тема. Очень. Потому что представьте, какое количество контактов мы с вами, я просто про себя, да, вот я такое количество контактов за как минимум 4,5 года в бизнесе просто похоронил, потому что просто забыл про них. А эти люди, может быть, ждали от меня там предложения или возврата, или еще что-то.
Да. Идем дальше. Не будем есть чужой хлеб. Значит, чат поддержки. Что это за потрясающая история? У какого-то количества партнеров иногда, особенно на этапе старта, возникают вопросы, связанные с тем, как правильно внедрить, как правильно продать, как правильно вот в этой сфере пообщаться там с предпринимателем, там вопросы какие-то, еще что-то. И вот здесь есть определенный чат поддержки. Когда вы кликаете на эту кнопку, вас сразу же система адресует на вот такой чат, в котором вы, соответственно, все эти глубокие, глубинные вопросы, связанные с продажами и внедрением, можете задавать. Сейчас, значит, этим заведует достаточно большая часть сертифицированных внедренцев, там больше 10 человек, ребята, которые очень часто в онлайне постоянно отвечают на все ваши запросы. Вот этот вот чат поддержки, он точно так же доступен вам, когда у вас активна абонентская плата, когда у вас активная подписка. Если подписка у вас не активна, не удивляйтесь, из этого чата система вас автоматически удалит. То есть мы вот таким образом настроили. То есть чтобы у нас было все честно, если я как партнер принимаю участие в бизнесе на 100%, значит, моя абонентская плата оплачена. Значит, у меня есть доступ ко всем абсолютно ресурсам, ко всем инструментам. Но если у меня там прекратилось действие абонентской платы, вот из этого чата автоматически человек, к сожалению, а, наверное, к счастью, он автоматически удаляется. По поводу платформы S-Play, не то, что это эволюция S-Play, нет, платформа работает, обслуживает пользователей, которые там есть, потому что там были определенные оплаченные тарифные планы. Когда срок действия всех тарифных планов там закончится, платформа прекратит свою работу, и мы полностью переедем на вот UDS School. Как бы мы сейчас уже полностью переехали, но там есть определенные там незаконченные обязательства. Есть большое количество ссылок у меня, в том числе у других партнеров в интернете, которые были скопированы с S-Play. Мы потом сделаем хитрую связку, сделаем просто редирект сюда, чтобы все работало. В общем, не парьтесь, все будет хорошо. Про чат не знал, вот и польза на утреннем эфире. Идем дальше. Значит, техподдержка. Я понимаю, что многие из вас связывают меня с, и мои руки с причастием вот к этому инструменту. Это все, ребят, окей, все так и есть. Но, пожалуйста, я вас очень прошу, не пишите мне в личку по поводу того, что здесь вот так, а вот тут вот так. Здесь вот это работает, за это спасибо огромное. А вот здесь вот типа это не работает. Я бы вас очень просил сразу же все ваши вопросы, предложения, вообще все что угодно, хоть стихотворение, пожалуйста, пишите в техподдержку. Техподдержка работает сейчас очень быстро. Ответ там в течение первых 12 часов всегда поступает. Какие-то моменты мы от вас принимаем, сразу же берем в работу. Поэтому я вас очень сильно прошу, техподдержка, туда все вопросы. Техподдержка выглядит удобнейшим образом. Вот так вы пишете тему, вы пишете сюда обращение, вы прикладываете обязательно. Прикладываете или скрин какой-то, или видеофайл сюда, чтобы мы на своей стороне смогли отсмотреть, как бы с чем у вас вопрос, какая у вас задача, какая у вас проблема, какое у вас предложение по доработке существующего функционала. И по поводу предложения, это очень классно. Вы, возможно, на рынке, в рамках маркетинга, онлайн-продаж и продвижения видите какие-то классные примеры, классные фишки, что-то работает, что, возможно, мы не знаем. Я вас бы очень сильно еще попросил сюда какие-то ваши предложения, мысли, идеи, прям вообще не стесняться набрасывать. Я тоже время от времени пролистываю техподдержку, смотрю, что пишут люди, и, пожалуйста, в этом я вас попрошу не стесняться, потому что мы берем всю работу, анализируем и многие вещи из этого внедряем. Теперь, где узнавать про всю актуальнейшую информацию, которая у нас будет появляться? Смотрите, здесь есть два варианта. Вы можете просто буковками набрать System Play, нижнее подчеркивание, bot. К сожалению, это название не меняется, нам пришлось его оставить, потому что аудитория здесь очень большая. И вы попадете в канал поддержки uds.school.info. Здесь все, что только можно. Вот, например, обсудили мы вчера с ребятами, что этот материал тоже будем сюда публиковать. Я снял несколько хороших интервью с ребятами в Турции, выложил их у себя в аккаунт. И, возможно, для кого-то это тоже информация будет полезна. Мы сюда, вот в этот информационный канал, вот такие интервью будем выкладывать. То, что вы можете просто брать и для себя использовать, для своих, там, например, социальных сетей, для кого это, ну, подходит. Какие-то аудиоподкасты, записанные с мероприятий, мы тоже их делаем, упаковываем в отдельные такие информационные блоки и тоже сюда публикуем. Плюс все новости, все обновления, все изменения, все какие-то, может быть, технические задержки и проблемы публикуются вот здесь, в этом канале. Пожалуйста, его найдите, в него добавьтесь. System Play, нижнее подчеркивание, bot. Адрес и информационный пост полностью вот об этой истории, он был в официальном канале Global Intellect Service. Можете вернуться туда, кликнуть и подписаться. Да, то есть вот здесь вот будет вся актуальнейшая информация.
И несколько слов я пробегусь про то, что будет скоро, вот прям совсем в ближайшее время. Я зарекаюсь всегда говорить какие-то очень конкретные даты, потому что процесс разработки любого того или иного продукта – это абсолютно, ну, чаще всего непонятный процесс, который, возможно, выйдет из-под контроля. Поэтому я какими-то, возможно, там около рэперными точками об этом расскажу. Сегодня у нас понедельник, и на этой неделе у нас появится отправка информации на куратора о просмотре обучения. Про обучение сейчас у нас будет Александр, и он расскажет, как это все работает. Значит, когда человек обучение посмотрел, уходит информация на куратора. Также в Telegram-канале. Telegram привязать обязательно. Скоро мы анонсируем живые продающие эфиры, которые у нас будут выходить в какой-то один, тот или иной, удобный для всех запланированный день и удобное время. Далее постоянная будет доработка и наполнение по кейсам, то есть постоянно новая какая-то сфера, новый бизнес. Это будет все упаковываться и сохраняться на платформе, чтобы вы могли пользоваться. Далее бот автоматизированного внедрения. Александр об этом расскажет чуть-чуть поподробнее. Плюс постоянное усовершенствование текущих инструментов. Это вот про те предложения и нововведения, которые я от вас очень сильно хочу получать, чтобы мы вместе с командой их анализировали. И в будущем точно мы видим для того, чтобы выходить, ну то есть не просто за рамки, а выходить за рамки нашей страны и русскоязычного пространства, нам с вами просто как воздух, как вода, необходима англоязычная версия платформы. И она точно будет, она будет после всех текущих сейчас доделок и доработок, потому что если сидеть только в своем огороде, то можно есть только свои помидоры. А если мы с вами забрасываем удочки и начинаем ловить вкусную рыбу на соседнем озере, то из этой рыбы можно сделать очень хороший рыбоперерабатывающий завод. Понимаете, да, мои кривые аналогии? Короче, мы можем захватывать огромное количество рынков и регионов, имея англоязычные инструменты для того, чтобы очень легко доносить информацию на неродном языке кому угодно. Понимаете, да? И у нас уже есть такой запрос, уже есть большое количество партнеров, которые находятся где-то в других странах. Но, к сожалению, возможно, их рост не настолько быстрый, потому что нет на сегодняшний день инструментов, с которыми они могли бы это, ну, быстрее и качественнее делать. Вот мы сейчас об этом, ну, не только думаем, мы сейчас это уже ставим в плане для того, чтобы у нас это было на постоянной основе для любого партнера. Представьте, как у вас запускается просто отдельная страна, в которой есть люди, которые самостоятельно проходят обучение, самостоятельно все внутри понимают, как работать с этими инструментами. И это называется глубокая автоматизация бизнеса, когда вы просто кайфуете от процесса. Я более того вам скажу, у нас уже есть от одного из партнеров записанное на английском полноценное, то есть такие несколько ступеней про, ну, о продукте, обучение о продукте для партнеров. И обучение по внедрению для партнеров на английском языке. Поэтому уже я могу сказать не то, что типа об этом думаем, мы уже на полшага к тому, чтобы вы заходите в личный кабинет, у вас есть кнопочка EN, английский язык, у вас платформа вся так мигнула, и она теперь вся на английском. Кайф. Все те же самые инструменты, все так же работает, все замечательно. И это нам с вами даст, ну как предприниматель я скажу, очень много денег. И мы будем очень сильно рады. Вот это самое главное. Еще один из пунктов перед тем, как я передам слово. Как бы казалось, да, вот здорово, классно, какая-то автоматизация, инструменты, но я вас хочу немножко, знаете, в какой вопрос погрузить, что такого уровня инструменты, такого уровня автоматизация, инфраструктура нет ни в одной другой компании, которая на сегодняшний день работает на рынке. Вот для меня это представляет особую значимость. Потому что можно, конечно, как и последние там 10, 20, 30 лет в рамках продаж и сетевого бизнеса работать по чайной ложке в день, копаться в своей песочнице, проводя как бы какое-то количество переговоров, да, кто-то много, кто-то мало, но интернет, современные технологии – это безграничные инструменты для безграничных ресурсов. И я верю, что у нас будет приходить в очень короткий промежуток времени очень интересные, амбициозные ребята, которые с помощью таких инструментов автоматизации будут просто брать страны. И классно, что это будет в вашей команде. Вот это самое крутое, что это будет внутри вашей структуры, потому что, ну, вы в процессе, вы делаете, и вы постоянно, значит, в фокусе. Вот, у меня, наверное, на этом все. Это, в принципе, наверное, кратко основные детали, чем бы я хотел сегодня поделиться. Самое основное после этого эфира, пожалуйста, зайдите в свой личный кабинет, начните это исследовать, начните погружаться, начните сами себе задавать вопросы. А как это? А как вот это?
Спросили у куратора, куратор не знает. Написали в техподдержку, получили ответ. Все. Вот я рекомендую только, скажем так, на своем опыте, своим тыком исследовать все, что сейчас есть внутри. От меня на этом все. Спасибо огромное. Представлю своего коллегу, второго спикера на сегодня. Это профессионал и в продукте, и в партнерской программе. Человек, который своими результатами показывает очень крутые примеры. Александр Уфьянов. Саша, привет тебе в Турцию и в Сочи. Тебе слово. Всем привет. Если меня слышно и видно, нажмите, пожалуйста, напишите десяточки в чат. Тарас, спасибо большое. Классная презентация. Классно рассказал про возможности, про часть возможностей нашего инструмента. Ага, отлично. Отлично, десяточки есть. Ну, окей. Что я хочу, с чего я хочу начать свое выступление? Значит, я об этом всегда постоянно говорю, и одна из шикарных опций нашего бизнеса – это возможность работать в команде. Это сообщество, которое тебя поддерживает постоянно, мотивирует постоянно, дает новую информацию, дает новые инструменты. Это шикарная возможность через это сообщество делать большие результаты, чем если ты один делаешь какое-то свое небольшое дело, небольшую свою компанию, предприятие и так далее. Вот об этом не стоит забывать. И вот этот продукт, который мы создали, UDS School, да, это один из инструментов, который позволяет этот бизнес строить в команде, строить легко, просто, с поддержкой большого количества профессиональных людей. И этот продукт, он создан не Тарасом, не мной. Это продукт, который создан всеми нами. Да? Он собрал в себя опыт большого количества партнеров. И без объединения этих партнеров этот продукт не появился. Поэтому мой основной посыл – объединяйтесь, ищите возможности для объединения. Потому что сейчас, вот, например, я вам зачитаю, вот у нас 11 топ партнеров участвовали в создании UDS School. Это Валера Альшанский, вы его все знаете, да? Дима Романов, город Пермь. Витя Инодорцев, город Пермь. Андрей Прокопенко, ну, сейчас Сочи, уж не знаю, там, куда дальше, но сейчас Сочи. Юлиана Матусевич, да, тоже вы все ее знаете. Юлия Рыжакова, тоже все ее знаете. Таня Фурсова, лучший специалист по продукту. Петя Беляев, тоже знаете, Тарас Годованюк и Таня Слесарева. То есть 11 человек, объединившись, создали вот этот продукт, и каждый привнес какую-то свою историю в эту тему, добавил себя, и в результате вот получилось UDS School. Вот, поэтому используйте возможности объединения и используйте возможности вот этой объединенной платформы, которая позволяет вам усилить друг друга, усилить ваших партнеров. Давайте я тогда сейчас расскажу про блог, который еще не раскрыли. Да, для этого мне потребуется сделать показ экрана, и мне для этого что потребуется? Мне потребуется, чтобы сейчас, когда экран появится, я перестану видеть сообщения, мне нужно, чтобы кто-то из вас написал мне в WhatsApp, например, да, что все окей. Сейчас, минуточку. Так, давайте я тогда. Ага. Так, оказалось, не все так просто. Так, начать показ экрана. Сейчас, минуточку. Да-да-да. Все, окей. Итак, сейчас я начну показ экрана для того, чтобы показать также возможности нашей платформы. Да, нажимаю. Все, погнали. Погнали, все должно быть видно. Угу. Тарас, напиши мне, пожалуйста, все ли видно, все ли слышно. Есть, отлично. Итак, друзья, смотрите, раздел обучения. Давайте мы его с вами разберем. Да? Он состоит из курса нового партнера. Курс нового партнера состоит из 11 шагов. Вы его здесь видите. Подготовительный этап, знакомство с компанией, договоренности, список, реализация лицензии, звонок, встреча, детальное изучение маркетинга. 11 шагов, которые позволяют любому новичку последовательно пройти
эти материалы, ознакомиться со всеми данными и получить все необходимые компетенции для того, чтобы делать успешные продажи. Цель вот этого курса нового партнера – это заработать 11 тысяч долларов за месяц как минимум. То есть это реализация продукта и бонус быстрого старта. То есть вот эти 11 этапов. Как это работает? Например, у вас появился новый партнер. Первое, что вы должны сделать, вы должны провести ему экскурсию по бэк-офису, показать, где находится кнопочка UDS School, и показать, что ему надо пройти, например, первый день, да, подготовительный этап – это изучить сайт, добавиться во все чаты, скачать все приложения, добавиться, подписаться на Инстаграм и лидеров и создать демо-версию. Вот это план подготовительного этапа, да, вместе с куратором разобрать, как устроен личный кабинет. После того, как он пройдет подготовительный этап, вот здесь вот будет поле форма, куда он забивает свою обратную связь по этому курсу, да, то есть, например, там будут задания. Например, напиши куратору изучил сайт или напиши куратору добавился во все ресурсы. Таким образом, после заполнения этой формы эта информация уходит вам как куратору. Для этого как раз и нужна привязка к Телеграму. Телеграму, если у вас есть привязка к Телеграму и у вашего партнера есть привязка к Телеграму, то мы знаем, что ваш партнер под вами, и вам будет приходить информация, когда ваш новичок прошел первый шаг обучающего курса. После того, как он прошел первый шаг обучающего курса, у него сразу же становится доступный второй шаг обучающего курса и так далее. То есть это автоматизация, это системная работа таким образом выстраивается. Вы получаете отчеты, и здесь какая моя рекомендация? Курс не заменяет личного общения, да, это ваш помощник. И когда я запускаю новичка, я сразу же заранее договариваюсь, что каждый день мы с новичком созваниваемся в определенное время и разбираем последовательность действий, разбираем вот эти, каждый шаг, мы разбираем, все ли ему понятно, все ли хорошо, какие есть вопросы, и переходим к следующему этапу. Я рекомендую сделать так, чтобы уже на третий день ваш человек приступил к практике. То есть вот эта теоретическая история, она нужна только для того, чтобы быстро заложить базовые вещи в голову новичка и сразу же переходить к практике. Практика у нас пятый шаг, вот звонок и приглашение на встречу. Это пятый шаг в нашем с вами бизнесе. Здесь, пожалуйста, есть видео обучение «Звонок» от Дмитрия Соловичука, и сразу же мы делаем, назначаем встречи, реализовываем первую лицензию. Никто не мешает проходить несколько шагов за один день. То есть, например, в первый день 3 шага прошли, во второй день 3 шага прошли, на третий день уже делаем звонки, назначаем встречи. Еще раз, друзья, любое обучение создано для того, чтобы быстро перейти к практике. Нельзя застревать на обучении по 2-3 недели. Это нельзя, это не для этого создано. Пожалуйста, вот мой первый совет. Не застревать в обучении, это только для того, чтобы перейти к практике. И второе, быть на связи с новичком каждый день. Не отдавать ему учебник и не говорить «сам разберись». Окей, дальше. После того, как вы пройдете все 11 шагов, у вас станут доступны тренинги по продажам и тренинги по внедрению. Это сделано специально для того, чтобы те опытные партнеры, которые уже прошли курс обучения, как минимум просмотрели каждый шаг и вбили в форму, да, какие-то символы для того, чтобы перейти на следующий этап. Мы это сделали специально для того, чтобы каждый из вас, опытных партнеров, как минимум просмотрел все шаги тому, чего вы будете учить ваших новичков. Значит, тренинги по продаже. Здесь есть раздел «Теплые продажи». Курсы по продажам записаны Татьяной Фурсовой. Здесь есть «Холодные продажи». Огромная просьба к холодным продажам не приступать, пока вы не сделали теплые продажи. Это другой абсолютно рынок с другой конверсией. Это очень важный момент. Вспомогательные инструменты. Да, здесь есть вебинары, например, целевые вебинары, которые тоже помогают в продаже. Тренинги по внедрению. Здесь есть тренинг по внедрению от Александра Лукьянова в записи. Два дня все полностью, двухдневный тренинг упакован. Тренинг от Юлии Рыжаковой, тоже двухдневный тренинг упакован в записи. То есть это шикарный инструмент, благодаря которому можно изучить большое количество материалов, позволяющих работать в нашем бизнесе.
Следующий раздел – документы для внедрения. Здесь есть формы всех документов, которые требуются для качественного внедрения. Здесь это и анкета для внедрения, должностная инструкция сотрудников. Все-все-все здесь есть. И ссылки на каждый из документов. Этот раздел мы еще будем адаптировать, делать его более презентабельным. В базовом варианте выкатили вот так, для того, чтобы уже можно было с этим работать. Шикарный тоже момент. Смотрите, здесь есть раздел «Образцы макетов полиграфии». То есть для того, чтобы можно было скачать макет полиграфии, ну, например, если у вас клиент, значит, розничная торговля, вы нажимаете на «Скачать», и у вас открываются варианты, примеры полиграфии. Вы можете отдать их дизайнеру и сказать: «Сделай так же, но вот с этим логотипом». Это очень удобно. Ну и здесь же у нас есть разные вебинары по сфере внедрения. Их очень много. Можно на досуге просматривать. И все эти вебинары, они записаны классными специалистами, которые имеют практический опыт в продажах и внедрении. Сюда же мы будем дополнять, постоянно делать отдельный раздел, еще и партнерские вебинары для тех, кто активно занимается партнерской программой. Мы, конечно же, сделаем на эту тему отдельный блог и будем заполнять его различными материалами. Дальше отдельно есть такой раздел, который называется «Библиотека кейсов». Кому нравится обучение, как у нас построена система обучения, напишите плюс в чат, да, можно 3 плюсика поставить, чтобы была понятна мне ваша обратная связь. Я пока перехожу дальше. Библиотека кейсов. Как это работает? Представьте, что вы сидите на встрече с потенциальным вашим клиентом, и, например, это клиент из бьюти-сферы. Что вы делаете? Вы прямо в режиме встречи, после того, как сделали базовую презентацию, заходите в свой личный кабинет, заходите в UDS-обучение и показываете: смотри, у нас есть кейсы клиентов, которые с нами уже работают и имеют шикарные результаты. Например, салон красоты «Эстетикас» в Санкт-Петербурге. Вы просто нажимаете на кнопку «Скачать», и у вас открывается презентация в PDF на 5 слайдах, краткая выжимка, краткая выдержка того, как было произведено, что за компания, как произведено было внедрение, да, что было до, что было после, как проходила реализация, какой результат в конкретных цифрах и контакт специалиста, который может вам помочь при внедрении в тому клиенту, которому вы сейчас показываете эту презентацию. То есть смотрите, как бесшовно получается переход. Вы, например, сделали презентацию клиента, показали ему кейс и говорите: смотрите, давайте на следующую встречу. Вот если вы хотите, чтобы и у вас в салоне красоты итоговый профит за 3 месяца составил 2 миллиона рублей, следующую встречу мы можем как раз назначить с Марией Баскаковой, которая вам сделает так же, как и этому клиенту. Вот вам легкий вывод на встречу, например, внедренца. Все это, представьте, тем более, что очень много ребят с мобильного телефона, да, смотрят все эти материалы. Это все работает на мобильном телефоне, в браузере, и очень удобно в том числе на телефоне всю эту историю показывать. Так, значит, и вот здесь, да, разные сферы мы разложили, каждую сферу, и по каждой сфере есть огромное количество различных кейсов. Здесь нужна нам ваша помощь в постоянном обновлении и наполнении этих кейсов. Поэтому я рекомендую каждому упаковать как минимум один свой кейс в PDF-формате. То есть еще раз, смотрите, у нас есть видеокейсы, это PDF-кейс. Их упаковывать проще. Упаковка PDF-кейса занимает один день. Просто данные написать, да, и там сайт клиента дать дизайнеру. Вы можете по образцу сделать это самостоятельно, взять вот такой образец, отдать своему любому дизайнеру, дать ему данные, и он по образцу сделает презентацию. Присылайте эту презентацию через техподдержку нам, мы ваши кейсы будем тоже сюда выкладывать. И на встрече вы будете показывать уже в том числе таким образом свой кейс, свой сделанный кейс. Это усилит продажу. Если у вас нет дизайнера, который может упаковать всю эту историю, мы тоже готовы помочь. У нас есть свой дизайнер, который за 1000 рублей вам вот такой вот красивый кейс упакует. Если у вас есть в этом потребность, пожалуйста, пишите тоже в техподдержку.
да, пишите, я хочу там упаковать свой кейс розничного магазина цветов в городе там Тольятти, да, там флора, фауна, там, что-нибудь, ну, название. Мы вас соединим с дизайнером, который вам поможет этот кейс упаковать за 1000 рублей. И таким образом у нас эта библиотека будет постоянно наполняться, и все сообщество будет постоянно пользоваться этой историей и давать друг другу результат. Вот сейчас в конференции 230 человек. Если каждый из вас хотя бы по одному кейсу даст, упакует таким образом, у вас будет шикарный кейс, а у всех нас 230 кейсов. Так, идем дальше. Кто считает, что этот инструмент, библиотека кейсов, огонь, пожалуйста, огонь поставьте в чат. Поставьте в чат огонь. Отлично. Окей. Итак, и последнее. У нас здесь есть единственный раздел, который еще не доделан. Это раздел «Дежурный внедренец». Вы все знаете про этот проект, который помогает продавать лицензии UDS. И что мы сейчас делаем? Мы сейчас допиливаем автоматизированного бота. Этим у нас, благодаря команде 1М-сервис, Петр Беляев, Андрей Прокопенко, ребята сформировали офигенный просто алгоритм, благодаря которому любой партнер компании сможет автоматизированно назначать встречи внедренцам. Грубо говоря, это будет Uber, да, когда ты вызвал такси и сразу же на нем поехал, тебе не надо никому звонить. Вот, мы сейчас над этим активно работаем. Опять же, сроки пока не можем сказать, но я думаю, что за ноябрь мы с этой задачкой точно справимся. И вот здесь появится дополнительный раздел «Дежурный внедренец», благодаря которому можно будет оперативно соединять партнера и внедренцы и продавать еще больше нашего продукта. Наверное, на этом все по презентации. Сейчас я остановлю показ экрана. Да, остановил показ экрана. Значит, что хочу сказать напоследок, как бы я использовал эту возможность. Во-первых, что первое надо сделать, это обязательно после этого вебинара зайти и все детально еще раз самому посмотреть, пощелкать, заполнить профиль, посмотреть, как работают инфопакеты. Если ты опытный партнер, прощелкай дни обучения начинающего партнера для того, чтобы понять, о чему мы там людей учим, собственно говоря. И как бы я еще использовал этот инструмент? Естественно, всех новичков проводить по вот этой системе обучения. Это первое. Показывать библиотеку кейсов на встрече. Отправлять ссылки на лендинги, на инфопакеты после каждой встречи с потенциальным клиентом или с потенциальным партнером. Выставить ссылки на лендинги в свои соцсети, чтобы собирать трафик извне. И что еще я бы делал обязательно, это показывал нашу систему обучения на каждой встрече с потенциальным партнером. То есть, смотрите, вы провели встречу, вы дали информацию о продукте, вы дали информацию по бизнесу, потом вы открываете свой личный кабинет и говорите своему кандидату: дружище, давай я тебе покажу, что с тобой будет происходить, когда ты станешь партнером компании. И ты показываешь ему вот эту систему, вот эту технологию. Быть может, для этого надо выделить отдельную встречу, сделать трешку, и, например, куратор об этом расскажет, как у нас работает система. Таким образом, вы увеличите конверсию в сделке, потому что всем нравятся современные технологии. Всем нравится иметь, ну, вот такие шикарные инструменты, да, для того, чтобы лучше и более продвинуто вести свой бизнес. Вот на этом все. Ага. Да, читаю ваши комментарии в телефон. Давайте сейчас пробежимся быстренько, буквально 5 минут по вопросам, и пойдем работать. Так, Саша, на треугольнике достаточно с верхнего аккаунта зарегистрироваться или продублировать нижний для регистрации. Вы заходите в UDS School с того аккаунта, с которого на текущий момент ведете работу. Да? То есть, если вы работаете с нижнего аккаунта на вашем треугольнике, то вот с этого аккаунта заходите в UDS School и туда вставляете ваши ссылки и его привязываете к Телеграму. Так. Давайте пока другие еще посмотрю.
С телефона можно зайти на школу UDS? Конечно же, можно, нужно. Вот Тарас об этом пишет. Очень круто смотрится в мобильной версии. Можете прямо с мобильного телефона показывать. Юлия, есть шаблон презентации? Напишите, вы вот шаблон, вы вот скачайте этот шаблон и дайте его дизайнеру. Если у вас есть дизайнер, он все исправит. PowerPoint перевел и сам можно, как бы, можно исправить. Так. Просматриваю комменты. Да, ребят, давайте, чтобы не просматривать комменты, напишите, если у вас остались какие-то вопросы, если я еще что-то не раскрыл, пожалуйста, оставьте свои вопросы здесь. А если на нижнем аккаунте другой номер телефона, как подвязать к своему Telegram? Это не зависит от этого. Подвяжите к любому своему телефону. Мобильные версии, не вижу школу. Все есть в мобильной версии. Если вы имеете в виду в приложении UDS, в приложении BackOffice нету кнопки UDS School. Есть только в браузерной версии, да, поэтому вы заходите с мобильного, но в браузерной версии, без приложения, и там кнопка есть. Но как бы, если есть такая необходимость, пожалуйста, напишите к нам в техподдержку, что эта кнопка нужна, или в компанию напишите, что эта кнопка нужна и в мобильной, и в приложении тоже. Это будет полезно. Так, запись эфира будет. Итак, коллеги, еще раз, в приложении BackOffice кнопки нет. Если вы заходите с браузера, все есть. Давайте я остановлю запись.